В Орехово-Зуеве задержан мужчина по подозрению в хранении героина. По оперативной информации стало известно, что 34-летний житель города приобретает наркотические средства. Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков проверили информацию, и она подтвердилась. Вот вещество порошкообразное, белого цвета, понятые. При вас дальше вскрытие нецелесообразно, так как будет отправлено на исследование. Этот сверток массой почти 3 грамма был обнаружен в ходе личного досмотра подозреваемого. По признанию самого мужчины, это героин, приобретал для личного пользования. Ранее мужчина также задерживался за аналогичные деяния и уже был осужден по статье 228. Санкция статьи, квалифицирующая данные деяния, предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. На данный момент мужчина находится под стражей. Исследования подтвердили слова подозреваемого. В найденном свертке был героин. В настоящее время полицейские устанавливают место приобретения наркотического вещества. 54.30, 54.30, Слобода, связь.